Когда я была маленькой, воздух тут пах океаном. Но потом появились иностранные корпорации и все отравили. В 67-м мы их прогнали. И много лет воздух был чистым. Потом Эспиноса начал распродавать наши заводы. Позже к власти пришел Антон и впустил сюда этого Янки, Маккея. На его заводах делают яд, который нужен для производства Вивиро. Местный трубопровод – важная часть схемы лечения рака. Лоренцо показал мне твои снимки их исследований. Отвратительно. Мы с Еленой придумали, как саботировать производство чудо-лекарства Кастильо. Представь, что главный химзавод Маккея – это сердце, а трубы – артерии. Если артерии перерезать, сердцу придется очень тяжко. Иди вдоль труб, Дани. Уничтожь подстанции, чтобы на заводе произошел скачок давления. Тогда Елена сможет подключиться к компьютерам Янки, и мы навсегда покончим с производством яда. Это важное дело, и тебе помогут. Панели управления. И сможешь создать избыточное давление в цистернах. А может их просто взорвать? Для повстанца важна аккуратность. Любая ошибка может стоить кому-то жизни. Мерда. Я знаю вас и вашу историю. Белые дьяволы не раз предлагали вам невыгодные сделки. Я не такой. Я мог не знаю, который дает вам. Продолжай. Надо было стать хирургом. Не надо, поверь. Дани, я хочу извиниться за то, как вела себя при первой встрече. Я была не права. Извиняться ни к чему. На своем веку я повидала немало крови. И немало повстанцев, полюбивших ее вкус. Поначалу казалось, что беды идут за тобой по пятам. Но Эль Тигре, он сразу понимает, когда перед ним настоящий повстанец. И он сказал, что только у тебя есть шанс спасти Яру. Я решила, тебе стоит знать. Фартовая, ты можешь помочь, Либертат. Поделиться опытом с Кларой. Либертат, Ла Мораль. Просто название. Я сражаюсь за Яру, больше ни за кого. Здесь надо аккуратно. Бежим! Бежим!
отсюда. Дани, я никому об этом не рассказывала. Убийца Лобо Эль Тигре. Да бинго. В 67-м они вместе возглавили штурм Эсперансы. Но Лобо жаждал власти над Ярой. И хотел избавиться от Сантоса. Он уничтожил бы все, за что мы боролись. Вместо мира началась бы гражданская война. Лобо был предателем Дани. Он не оставил Эль Тигре выбора. Но этот секрет Яра узнать не должна. Зачем ты рассказала это мне? Ты напоминаешь мне Лобо. Да, сейчас тебя считают героиней. И ты уверена, что никогда не предашь Яру. Готовая, я не хочу править Ярой. Просто знай, если придется, я спущу курок. Так же, как это сделал Эль Тигре. Он был настоящей легендой 67-го. И так и не смог простить себя за это. Нет, да! Что это было? Теперь давление в резервуаре поднялось. Кстати, спасибо. И я могу вот что. Что, Елена? Хрена себе! Ты это слышала? Это вся Яра слышала. Переходим ко второму этапу. Доберись до завода. Просто иди на дым. Я на заводе. Все бегают, как в жопу укушенные. Благодаря тебе. Инженеры пытаются починить резервуары. Найди пункт управления, Дани. Елена ждет, пока ее подключат к компьютерам. Как только у нас будет доступ... Их удар хватит. Ясно. Елена, это Дани. Все уже подключено. Теперь твой выход. Мы, Бен, взорвем эту хрень. Я
Я внутри. Смотри, в резервуарах есть датчики переполнения. Отключишь. И все рванет. Да, но между отключением и взрывом будет задержка. Никого не подпускай, чтобы не включили все обратно. Внимание, критический уровень давления. Внимание! За.
Дорога уже занята ремонтом. Если все это дело рук гадов из Либертад, я хочу, чтобы Сальдадос стерли их в порошок. На западе. Значит, когда закончится яд? Конец чудо-лекарству. Дани, ты не поверишь, но прежде чем мы нанесли удар по Макею в порту, Клара мне кое-что предложила. И, пожалуй, она права. Неожиданно. У нас есть возможность провернуть более глобальную операцию. Если уничтожить резервуары Кастильо в Эль-Эсте, его отряды по всей Яре лишатся топлива. Идея мне нравится. Твоя цель — большие красные цистерны по всей Лахое. Наши люди тебе помогут. Фотки я им отправила. Грасиас, камадре. Отстали. Эй, полегче. Видишь, уже остались.